Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы сегодня с вами находимся в экотехнопарке SkyWay возле Мариной горки. И Анатолий Эдуардович Ниский, генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии», автор и создатель технологии, руководит испытаниями Юнибайка во главе группы инженеров. Я надеюсь, что он нам впервые в истории нашего проекта лично прокомментирует, что же здесь сегодня происходит и какие параметры испытываются. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Анатолий Эдуардович. Анатолий Эдуардович, мы сегодня имеем первую возможность получить от вас комментарии проходящих испытаний Юнибайка. Скажите, что сегодня испытывается в экотехнопарке? Где мы имеем счастье лицезреть этот самый красивый и, уже не боюсь этого слова, самый скоростной городской транспорт в мире? Мы испытываем сейчас на максимальную скорость Юнибайка на этом коротком участке трассы. Здесь всего 500 метров. Мы не можем от начала трассы до конца, поэтому где-то в среднем участке только трассы. И мы уже получили скорость 85 км в час. А вообще-то конструкционная скорость Юнибайка и легкой трассы 150 км в час. И эту скорость мы в будущем получим без проблем, только на более протяженном участке. И шум здесь 75 дБ. И мы знаем, как его снизить до 65 дБ. И мы идем к этому поэтапно. А для сравнения, для трамваев шум 80. Это значительно менее шумный транспорт, чем. То есть тот шум, который создает Юнибайк при движении на, не знаю, какой скорости, наверное, на такой, как сегодня, примерно равняется шуму от нашего разговора? Да. Ну, даже мы, наверное, шум от нашего разговора даже сильнее. Но, по крайней мере, здесь работал этот самый электрогенератор и шумел явно сильнее. Сильнее, да. Нет, но дело в том, что у нас нет еще нашего специального рельса. Это обычная труба, прокат. Она неровная. Она имеет неровности продольные и поперечные. Там бочка, вмятины и так далее. И поэтому, когда колесо катится, оно перекатывается с одной стороны на другую, и происходят удары. И эти неровности практически невозможно устранить. Но мы их шлифуем и исследуем влияние неровности на шум. Это главное. Мы знаем, как шум устранить. Его не будет. Но мы должны четко понимать зависимость неровности и шума в зависимости от скоростей движения. А также должны понимать зависимость плавности хода, это основная характеристика для транспорта, от гибкости или жесткости пролетного строения. И мы здесь при скорости 90-100 км в час на этой трассе получаем плавность хода W, это 2,5. Это лучше, чем на железной дороге и лучше, чем в авиации. Поэтому у нас лучшие параметры, вот мы это видим, чем в любом другом виде транспорта существующем. Но мы знаем, как их улучшить, и мы это последовательно делаем. Пусть это и промежуточный итог, но, мне кажется, я имею все основания поздравить вас с этим достижением. Разрешите пожать вашу руку. Я вас поздравляю. Это наш общий успех. Спасибо. А также наших партнеров. Поддерживайте наш проект. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте. Помните, как говорят былые автомобилисты, чем выше скорость, тем меньше ям. Но в нашем случае это... И меньше шума. Строй SkyWay!
Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы находимся с вами в экотехнопарке SkyWay возле Марьиной Горки. Для того, чтобы показать вам, что же происходит на строительной площадке, как идут подготовительные работы к экофесту, который ждет нас в ближайшем будущем. Обязательно найдем кого-нибудь из руководящих работников нашей организации, который прокомментирует все то, что здесь сегодня происходит. Напомню, что Экотехнопарк – это центр инновационных разработок, демонстрации, сертификации, испытаний, производства и совершенствования технологий струнного транспорта и создания новых поколений транспортно-инфраструктурных комплексов, а также развития агроэкотехнологий. В настоящий момент в Экотехнопарке ведется облагораживание территории и прочие подготовительные работы к проведению одного из самых ярких и долгожданных событий года в сфере инноваций, транспорта и высоких технологий – Экофеста 2017. Но праздник праздником, а самое главное – строительство Экотехнопарка струнных коммуникационных систем. Его никто не отменял. Нашим сегодняшним собеседником является главный инженер закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Алексей Савин, который нам и расскажет о том, что же сегодня происходит на территории экотехнопарка SkyWay. Пойдем по порядку. В данный момент мы находимся возле грузовой транспортной системы. Я думаю, с нее и начнем. Здравствуйте, Алексей. Пожалуйста, расскажите, на какой стадии находится сооружение вот грузовой линии, которая прямо за нами и расположена? На грузовой линии смонтировано два пролета 50-метровых, ведется подсборка третьего и последнего 50-метрового пролета для его последующего монтажа на путевую структуру. Что последует вслед за этим? Ну, о сроках спрашивать не буду, наверное, все по плану, как я догадываюсь, хотя вам виднее. Что нас ждет в дальнейшем на этом участке? В дальнейшем будет произведена прокладка канатов в трубах путевой структуры, натяжка их и бетонирование. А потом, как я понимаю, уже мы перейдем к разворотным кругам или петлям, как они называются, затем будет погрузочно-разгрузочный, разгрузочно-погрузочный терминалы и так далее. После того, как мы сделаем 150-метровый участок, будет, как вы правильно сказали, разворотные кольца, терминалы, погрузочные-разгрузочные терминалы, площадки накопительные и приводные станции смонтируются. Спасибо большое. Ну и плавно перемещаемся по территории экотехнопарка. Прогулочная, скажем так, линия, низкая часть которой уже готова. Что сейчас делается на гибком участке? Как я вижу, уже разворотные кольца практически готовы, даже, по-моему, струны натянуты. Поправьте меня, если я не прав. Да, разворотные кольца смонтированы. Сейчас мы занимаемся монтажом стрелочного перевода для того, чтобы можно было надевать транспортные средства на путевую структуру, различные транспортные средства. На провисающем участке натянуты трасса, натянуты канаты и ведется монтаж рельса. Спасибо большое. А что касается километрового участка, который, опять же, предполагается, будет разгонным для высокоскоростного, по-моему, тут тоже какая-то наблюдается активность. На километровом участке сверху сейчас варится рельс для высокоскоростного транспортного средства. Далее на вокзалах вовсю кипит работа по отделке первого-второго этажа, а также на анкерной опоре монтируется навес, который будет служить крышей здания. Речь идет о первой, наверное, анкерной опоре, точнее о транспортно-логистическом узле SkyWay, который совмещен с первой концевой анкерной опорой. Да, вы правы. Спасибо большое, Алексей, не будем вам мешать. Пройдемся немножко по экотехнопарку, покажем нашим зрителям, что же здесь все-таки происходит. Желаю вам успеха и не смею задерживать. Спасибо вам. Спасибо. Строй SkyWay. Спасай планету. Помимо продолжающегося сооружения всех транспортных систем в экотехнопарке SkyWay, не прекращаются работы по доводке подвижного состава.
Недавно мы показывали вам испытания Юнибайка с комментариями генерального конструктора закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Анатолия Эдуардовича Юницкого. Сегодня же вы можете стать очевидцами тестов 14-местного Юнибуса. В день посещения Мариной горки нашей съемочной группой инженерами-испытателями подвижного состава осуществлялась проверка сборки резервных аккумуляторов на показания по пробегу, выяснялось соответствие расчетных показателей полученным. Говоря простым понятным языком, насколько хватит заряда батареи при движении в автономном аварийном режиме. Кроме этого, проверялась динамика разгона и торможения Юнибуса мотор-колесами, производилась отладка гидравлической тормозной системы с контролем показателей и характеристик, а также отладка, устранение неисправностей и проверка работоспособности всех систем транспортного средства в долгосрочной перспективе. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте нашей компании, поддерживайте наш проект, приезжайте обязательно на Экофест, ведь в жизни не так много праздников. Строй Skyway! Спасай планету! Коллеги, всем здравствуйте! У нас небольшие технические проблемы. Ну, собственно, я тогда начну свою часть. Меня зовут Скудаев Алексей, и я хотел бы сегодня сделать упор на том, о чем действительно спрашивали многие. И я очень рад, что вышел репортаж подробный с описанием, с рассказом лично Анатолия Эдуардовича насчет скорости Юнибайка. И те люди, которые мне примерно 10-20 человек писали с одинаковым вопросом по поводу скорости, то есть замерьте скорость, чтобы прямо был прибор и так далее. Ну, дорогие друзья, ваше желание исполнено. Эти люди говорили, что пойдут, соответственно, интересные инвестиции, потому что некоторым предпринимателям важно было увидеть, насколько быстро пронесся Юнибайк в реальном времени. И, соответственно, тут я могу сказать, что вообще никаких сомнений не может возникнуть абсолютно после того, как Анатолий Эдуардович с Михаилом Кириченко прогуливаются по экотехнопарку. Михаил Кириченко берет интервью и просто проносится, дорогие друзья, Юнибайк. Скорость была 85 км в час. И это серьезный показатель на подрезке пути в 500 метров всего лишь. Дорогие друзья, я думаю, что ни у кого нет сравнения, что у нас, когда был бы километр пути, может быть, 1,5 километра пути, декларируемая скорость была бы достигнута очень и очень легко. Но тут даже не скорость главная. И Анатолий Эдуардович всегда делает упор на именно комфорт и плавность перемещения. Ну и вообще такое качество, как транспортная доступность и так далее. Остановимся немножко на комфорте и плавности перемещения. И вот на этой неделе я отправляюсь снова, вот, давно не был в Словакии, и некий перерыв, потому что ну, как-то по Азии получалось больше ездить, именно продвигая Skyway. И у словаков тоже, я помню, был такой вопрос, у словаков, у чехов, какая же скорость, казалось бы, в незамедленном режиме. Ну вот, дорогие друзья, посмотрите эту скорость и просто отметьте для себя. Я бы сделал даже нарезку, буквально нарезку на несколько секунд, когда Юнибайк проносится, и вот закачайте это себе на мобильник, это вам принесет очень много пользы, я думаю. То есть презентация будет сводиться просто к этому, когда вы показываете буквально 8 секунд, как проходит Юнибайк и проезжает, пролетает Юнибайк, и потом уже объясняете, что это 500 метров, вам начинают задавать вопрос, а что это за будущее, что это за технология. Ну вот вам небольшой мой скрипт продажи. Я обязательно буду это использовать и
в Инстаграме и везде, и в социальных сетях, и по всем мессенджерам. Именно вот по эти несколько секунд, когда люди идут, и в сравнении с обычным шагом проносится юнибайк, это, дорогие друзья, дорогого стоит абсолютно. Ну и скоро, недолг тот час, также будет проноситься уже и юнибус. Сейчас, повторюсь, не показывай дураку незаконченную работу. У нас очень много, как Сергей Анатольевич отмечал и говорил об этом, оппонентов, конкурентов, недоброжелателей, я не побоюсь этого слова, но мы их не боимся и выстраиваем правильную стратегию. Это лично Анатолий Эдуардович и вся команда маркетинга ЗАО «Струнные технологии» показывает лишь то, что можно показать. И всему свое время, как вы увидели репортаж со спидометром и с засечением, именно какая же скорость, ну вот дождались этого момента. Но стоит учесть, что там есть струнный рельс, какой он будет именно в производственных масштабах, когда струна будет протягиваться по территории земного шара, ну как минимум 1 километр в сутки. И это и то, если будет один отряд все это реализовывать, ну я не говорю уж про то, что когда это будут строить роботы. И до этого момента мы лет через 5, я думаю, а может быть и раньше, абсолютно доживем. И там будет качество совершенно другое струнного рельса, дорогие друзья. То есть это будет абсолютно гладкая, ровная поверхность, без каких-либо неровностей, без каких-либо таких вот моментов, когда приходилось именно неровности убирать в буквальном смысле русским способом, таким болгаркой, и мы не скрываем этого, Анатолий Эдуардович это не скрывает, а мы передаем это по всему свету. Дорогие друзья, это уже далеко не стадия гаража Стива Джобса, но это, я могу сказать, уже приближается к первой продаже, вот когда Стив Джобс продавал уже компьютеры, которые собрал, вот мы приближаемся к этой стадии. Ну а после этой стадии вы все прекрасно понимаете и знаете, что произошло. Начала формироваться резко капитализация крупнейшей корпорации на сегодняшний день. И о чем я хотел бы отметить, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы все еще раз посмотрели на такое веяние, как именно цифровая экономика. Именно вот с подачи Виктора Бабурина и наших партнеров была внедрена концепция Stempery, то есть это именно цифровое нотариальное заверение на базе блокчейн. И это самое начало. И самое интересное, дорогие друзья, то, что мы находимся как раз-таки в той стадии зарождения, когда мы все это можем применить. И, соответственно, одни из лучших, я думаю, веяний цифровой экономики, который заболел Владимир, и об этом сейчас трубят все новости, дорогие друзья, когда Виталик Бутерин, программист, в прошлом году они запускали стартап, ну, я думаю, кто знаком, Эфириум, и никто не знал Виталика, сейчас он лично встречается с президентом. Вот, дорогие друзья, настанет такая пора, когда к Анатолию Эдуардовичу и к Виктору Бабурину будет выстраиваться очередь вот этих деятелей цифровой экономики. И я могу сказать, что над этим направлением работа также ведется активно, все мониторится, смотрится, вот как бы Stempery, один из первых таких вот, одно из первых внедрений, которое вы увидели. Если кому-то сейчас еще непонятно, дорогие друзья, то обязательно будет разъяснение, когда настанет пора, когда придет черед рассказа об этой тематике. Ну и вернусь, дорогие друзья, к скорости юнибайка. Я специально вот так вот перепрыгнул, потому что не стоит забывать и скорость развития вообще технологического прогресса. И Skyway всегда идет и будет идти, я думаю, в ногу со временем с технологическим прогрессом, постепенно приближаясь к технологической сингулярности. То есть и мы говорим о том, что
У нас будут не роботы, у нас будет не искусственный интеллект, у нас будут транспортные андроиды. И их будут миллионы, как сегодня десятками миллионов обладает население многих стран именно смартфонов, которые когда-то казались, дорогие друзья, невероятным чем-то, и сегодня это абсолютно обыденная реальность. И вот тот юнибайк, который пронесся, это как раз-таки вот транспортный андроид, дорогие друзья. И первые покупатели, первые трассы, где будет протянута струна, уже которая будет с плавностью хода, ну, наверное, даже больше, чем, не наверное, точно больше, чем 2,5, а 2,5 испытания показали, это большая плавность хода, чем в железнодорожном транспорте, чем в авиации, да, я не побоюсь этого слова, в авиации, дорогие друзья, я напоминаю, что у меня лично морская болезнь, и я думаю, что те, кто болеет морской болезнью, это в детстве вообще меня очень сильно укачивал, так скажем. Сейчас от этих тренировок, конечно, больше возникает стойкость, но огромное количество людей все же не особо так вот плавно переносят турбулентность, которой у нас вообще не будет, и даже при высокоскоростном движении, дорогие друзья. И, соответственно, действительно, вот на 500, на всего лишь участке в 500 метров мы достигли, я говорю «мы», потому что это сказал генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии», то, что это наша с вами заслуга, дорогие друзья. И я абсолютно, нет у меня никаких ни технических сомнений, ни рисков в технологическом плане и аспекте, что при достаточном финансировании уже к концу этого года и к концу этого года, я думаю, уже будет промышленный образец готов высокоскоростного транспорта, и не этого, естественно, года, и к лету где-то, к лету 2018 года, к началу лета 2018 года, и далее мы уже осенью видим, да, вот, благодарю, Андрей, я даже эту картинку не видел, ну вот, дорогие друзья, это предстоящая реальность, и этим будут пользоваться намного больше и намного стремительнее, чем сегодня пользуются какими-либо гаджетами. Вообще эпоха обычных гаджетов, она это постепенно на второй план. И уже вот сейчас и даже цифровую экономику планируют у нас даже в России сделать не то что на гаджетах, а на каком-то неведомом зверьке, именуемом блокчейн, какая-то система блоков, в которой начинает сейчас только разбираться в правительстве Российской Федерации. Но, дорогие друзья, стоит помнить о том, что технический прогресс неумолим, и он оставляет далеко позади, кто не следует его трендам и его критериям. Думаю, что вот этот красавец, которого вы видите на слайде, это как раз-таки наш первый, так скажем, маг, и может быть, даже можно привести такое сравнение, потому что с этого началась именно такая вот эпоха в новейшей истории Skyway заключения адресных проектов, дорогие друзья. И вы помните, что были первые такие шажки, первые потуги и абсолютно непонятные проекты, которые также как родились и умерли, потому что непонятная экономическая составляющая была, покупаемости инвесторов, где брать. Но сейчас я могу сказать, что и мы с вами также можем выдвигать инициативу, если есть ответственность и если есть, соответственно, за собой именно такое вот наблюдение, что можно действительно вытянуть адресный проект, то, пожалуйста, давайте рассматривать и давайте вместе думать над действительно теми проектами, которые стоят того. Мы постоянно с Сергеем Анатольевичем готовы, так скажем, самые
нормальные проекты, и почему вот самые нормальные проекты мы отмечаем, проговорить и далее уже двигаться еще более глубоко. С несколькими группами так мы и начали, и дошли до подписания некоторых документов. Ну, естественно, это все передается в оконцове в головную компанию. И, дорогие друзья, в этом логика начала строительства сети Transnet. Ну и для тех, кто, может быть, присутствует первый раз, я хотел бы подытожить и в первую очередь для себя в голове немножко освежить, что же нам даст струна. То есть тот, кто помнит наши вебинары и именно выступление, монолог Анатолия Эдуардовича на выставке в Москве, было сказано, что мы не согласны, что будет энергетический кризис в 2040 году. И более того, наша сеть Transnet сможет из 100% генерируемой электроэнергии 70% реализовывать, и только 30% будет затрачиваться на нужды. И что-то мне подсказывает, дорогие друзья, что даже вот тот фонарик, который светит на этой картинке, он будет также в логике, естественно, наших опор, и светить они будут как раз-таки запитываясь от сети Transnet. Но насколько много транзакций, насколько много направлений родится, это, дорогие друзья, можно понять по составляющей струны. То есть это и электричество, это и Wi-Fi, это и передача радио цифровых сигналов, это и мобильная связь, это и можно при необходимости встроить туда и водопровод, и нефть, и газопровод. И, дорогие друзья, вот что желает заказчик, при желании эту инфраструктуру можно объединить в виде Transnet. И, на мой взгляд, это на сегодняшний день один из самых уникальных и унифицируемых проектов, который объединяет в себе все современные веяния, как по электричеству, так и альтернативной энергетике, так и цифровых веяний, так и разработки различных приложений. Я могу представить себе, сколько будет вообще вот различных приложений, начиная, Сергей Анатольевич показывал, и мы символично так именно вот сделали такое вот дополнение в гостевой комнате Анатолия Эдуардовича, как массажное кресло цифровое, умное, со шлемом, с намеком на то, что это все должно находиться внутри Юнибайка. И сейчас тем людям, которые знакомы, допустим, с цифровой экономикой и понимают многие веяния, когда рассказываешь о транспорте, который все эти веяния будет себя впитывать и включать, и более того, эти веяния будут искать нашу компанию, возникает некое удивление и действительно восторг и такой ребяческий действительно шок, как такое может быть. И это говорят люди, я со многими общаюсь и сейчас вот в различных чатах, это далеко не относится к Skyway, которые далеки от транспортной инфраструктуры, но очень близки к ядру на сегодняшний день, одному из ядер технологического прогресса. И я могу сказать, дорогие друзья, что они просто в восторге. Они видят, что вот это вот применение того, что они делают в виртуальном масштабе. И когда именно вот в физическом воплощении появляется сеть и на зарождение, когда виртуальное и физическое воплощение объединятся, дорогие друзья, это будет просто взрыв. И как раз-таки вот это вот наш проект, который сможет избежать хаоса, избежать краха, избежать примера, вот как сегодня, не сегодня, а в прошлые года взрывались именно доткомы, лопались пузыри, как ипотечные там и так далее. И сейчас многие пузыри надуваются, я не буду вдаваться в конкретику, и как раз таки вот именно струна, именно струнный транспорт может спасти мировую экономику от лопания вот этих пузырей. И более того, то, что говорят и сравнивают с концепцией
допустим, безусловный базовый, либо безусловный основной доход. Дорогие друзья, вот как раз-таки с 2014 года примерно этим направлением мы отчасти занимаемся, потому что каждый мог инвестировать. И процитирую Анатолия Эдуардовича, то, что несколько лет стоило несколько тысяч рублей, потом может стоить миллионы, десятки миллионов, дорогие друзья, это действительно так. И как раз таки, если кто-то говорит о концепции безусловного, базового, либо основного дохода, мы не говорим, дорогие друзья, Анатолий Эдуардович заложил экономическую систему распределения мировых материальных благ, и, соответственно, каждый человек может достичь благосостояния, потому что тот потенциал, который рождает экономика, которая будет построена на основе Skyway, это как минимум то, что прогнозировали Price, McKinsey, извиняюсь, то есть это только транспорт и только инфраструктура, примерно будут составлять 5, 7, а то и 10 триллионов долларов. Ну а мы говорим о том, что это будет в предыдущие 5, 7, максимум 10 лет, как минимум, ну я как скептик, как именно с запасом берусь, скажу, что примерно это тут удвоение произойдет за 10 лет. То есть я тут поддерживаю Рода Хука, когда был задан вопрос, а когда же будет именно построен первый миллион километров дорог, ну, Рот ответил, что так вот с запасом беру, но примерно, наверное, через 10 лет. Но, дорогие друзья, что-то подсказывает, что это произойдет намного быстрее. И я рекомендую всем посмотреть еще раз вот это краткое интервью. Вырежьте, если не умеете, спросите своих спонсоров, если спонсор не умеет, задайте вопрос в чатах, обязательно вам помогут со второй минуты по вторую минуту и восьмую секунду, вот эти 8 секунд просто изменят мировосприятие по проекту Skyway того человека, который с ним не знаком, потому что если человека это не цепляет, ну извините, как бы не о чем с ним разговаривать. Пообщайтесь с следующим, и вот эту вот тактику я рекомендую вам использовать. Я об этом сразу подумал, когда посмотрел на этот ролик. Ну и также, дорогие друзья, те, кто не в курсе, те, кто не смотрел, возможно, телемост, который был 20 мая, посмотрите. Тоже некоторые вещи мы обобщили, постарались обобщить как члены правления Skyway Capital на телемосте. Но самые главные телемосты, самые главные события, дорогие друзья, они происходят каждый день, и я не побоюсь этого слова, наверное, каждый час, каждые, может быть, даже 30 минут в текущем цейтноте. И я относительно в условиях того, сколько Сергей Анатольевич был раз на экотехнопарке, давненько не был на экотехнопарке, и больше чем уверен, что сейчас настолько много поменялось, когда это будет представлено публике, когда это будет представлено аудитории, пускай в стационарном, неподвижном режиме, и я действительно рад, что будет это представлено именно в неподвижном режиме, потому что это будет мотивировать, дорогие друзья, вы поймите маркетинговый, в том числе ход, который закладывается за безопасностью, но в первую очередь безопасность. И, возможно, это не было заложено, но представьте, насколько много людей захотят, действительно, вот потенциальные крупные инвесторы, потенциальные инициаторы адресных проектов, которые только в первый раз увидят технологию, сколько захотят увидеть ее в движении. И если до 1 июля, это действительно такой вот очень насыщенный график, фактически каждую неделю у нас происходит на территории ЗАО «Струнные технологии» все новые и новые визиты. Я думаю, только
О некоторых мы узнаем из телерепортажей, которые размещены на официальном канале SkyWay, но масса – это та часть айсберга, которая действительно нам не видна. И это, дорогие друзья, наша будущая капитализация, это наше будущее, многие за этим пришли, дивиденды, и это основа для именно масштабирования компании и дальнейшей именно экспансии на все страны мира. Сейчас это начинается так вот бурно и обширно с Азии, то есть это Индия, Индонезия, и параллельно развивается, продолжает развиваться и на территории Австралии, и на территории Европы, несмотря на то, что она сильно зарегулирована. И, соответственно, там, где нас принимают сейчас, там, где есть с кем, о чем общаться, туда и вступает нога ЗАО «Струнные технологии» и ведется непосредственно общение. Но, естественно, есть четкая разница, и я об этом уже упоминал не раз, между партнером и посредником. С посредниками начинает общаться все меньше и меньше, и, дорогие друзья, не обижайтесь, даже вот как бы мы с Сергеем Анатольевичем достаточно жестко начинаем отсеивать посредников. Мне очень жалко было вчера времени, но, возможно, намечалась серьезная встреча. Я познакомился с человеком на, не на выставке даже в Индии, в отеле мы с ним познакомились. Он говорил, что вот, соответственно, у нас выходы на такие очень серьезные контакты вплоть до президента, вплоть до президента Индии. Мы привозили делегации на питерский экономический форум. Ну, хорошо, раз вы в Москве, давайте встречаться. И, дорогие друзья, просто не с чем разговаривать, потому что именно люди были посредниками. И я могу сказать, дорогие друзья, что не хочется на таких время тратить абсолютно, потому что время действительно сейчас не то, что стоит дорого, просто его остается достаточно мало. Поэтому Сергей Анатольевич далее, так скажем, уже пообщался с этим молодым парнем, который является консультантом, тоже в различных цифровых веяниях, инфраструктура, коммуникация и логистика в том числе. И когда вот тот самый крутой индиец ушел, Сергей Анатольевич настолько как бы кратко провел беседу, то, что человек сказал, что настолько ваш проект серьезен, я даже не представлял, насколько он масштабен. И, соответственно, высказал желание, потенциальную такую вот идею инвестировать в проект. Ну, посмотрим. Но, дорогие друзья, таких встреч хотелось бы, чтобы было максимально мало. Ну, и я хотел бы сказать свой взгляд также по поводу конференции, которая прошла в Будапеште. Сергей Анатольевич достаточно скромно сказал об этой конференции. Примерно 250 человек было на этой конференции. По моему взгляду, мне показалось, вообще вначале человек 400 присутствовал на конференции. 250 это помещает зал, и 50 стульев примерно еще доставляли. Полный зал, полное понимание, что такое SkyWay, полное рвение и приехать на экофестиваль и, соответственно, привозить уже крупных инвесторов и работать в жестко регулируемых условиях Европы адресных проектов. И, дорогие друзья, и стар, и млад, и был на этой конференции. Я могу сказать, что это сверхпрофессиональная команда, которая, возможно, и достигнет рекорда, как когда-то было в Словакии, которая давала всего лишь маленькая страна в 5 миллионов человек. На минуточку, в Джакарте больше 10 миллионов человек, и в том же Дели, а там только страна. И одно время держалась очень долго на первом месте. Дорогие друзья, сейчас вот эта чаша весов SkyWay, она уравновешивается именно интересом и приходом инвестиций от подобных европейских стран, которые понимают, что сейчас сложно реализовывать адресные проекты, можно только закладывать, но
инвестировать нельзя, откладывать, потому что потом такой возможности может уже и не быть. И я уж не буду говорить на телемосту, мы осветим те темпы и тот именно прирост инвестиций в преддверии 1 июля. И я могу сказать, что после 1 июля произойдут изменения не только по привлечению инвестиций, дорогие друзья, но и это будет переломный момент, который покажет уже всей мировой общественности, научной общественности и политической, я не побоюсь этого слова, сейчас вот общественности на территории Республики Беларусь уже начато, именно вот демонстрация возможностей SkyWay. И после 1 июля, я повторюсь, что будет открыто грузовое направление. И я даже не могу предположить, сколько будет сюрпризов на экофестивале. Этот день многие запомнят надолго, как самый насыщенный, может быть, не самый лучший, но самый насыщенный, самый плодотворный и самый полезный, самый важный день в вашей жизни. Я думаю, что не раз мы еще на 1 июля остановимся, и, соответственно, сейчас уже автобусы, машины снаряжаются, чтобы отправиться, визы готовятся. Некоторым все-таки нужно визы готовить, несмотря на то, что Республика Беларусь разрешила посещение огромного количества стран, и я думаю, что это также неспроста. И, дорогие друзья, я призываю вас быть не спринтерами, я призываю быть вас марафонцами. Те, кто сошел с дистанции, может быть, устал, пусть отдышится, откашляется от тех вот как бы отвлекающих маневров, отвлекающих вещей. Я не имею в виду работу, семью, я имею в виду действительно как бы отвлечение по поводу того, по поводу чего мы расскажем на вечернем вебинаре. В том числе отвлечением можем считать тот проект, который был запущен, и многие поймут, о чем я говорю. То есть мы договорились, что Сергей Анатольевич об этом более подробно расскажет. И этот проект многих тех, кто занимается SkyWay, отвлекает. Дорогие друзья, не меняйте реки на океаны, я вам так скажу. Океан, океан возможностей, это у нас как раз таки SkyWay. Я как-то объяснял Анатолию Эдуардовичу именно вот на свой взгляд концепцию голубого океана. Мы решили, что голубой океан не будем мы называть такое вот понятие именно как новый рынок возможностей, а именно как океан возможностей. И, дорогие друзья, помните, что мы все-таки строим великое будущее, а не какой-то местечковый междуусобчик. Ну, на этом, собственно, я завершаю этот вебинар. Сергей Анатольевич, если вы включились, пожалуйста, включитесь. Если нет, то, ну, собственно, наверное, до следующих. Я чуть-чуть начал рассказывать про те вещи, которые отвлекают. Да, я включился уже, да, вот у меня техника, перископ так и не запустился. Все, до скорого, дорогие друзья, слетел, до вечера. Техника у меня опять сегодня, что-то и компьютер прохлит, и перископ слетел, и так и не смог его опять восстановить. Ну, что делать? Вся техника дает периодические сбои, дает периодические нарушения, это ее свойство. Вот. И задача, чтобы со временем мы создавали более надежную, более четкую систему, какой будет являться в данном случае как раз и SkyWay. Вот. И я как раз пока, Алексей, видите, нашел картинку наших друзей из Будапешта. Это набережная Будапешта, самая центральная ее часть. Очень красивый город. Я бы даже сказал, что до этого я считал, что Вена, наверное, один из самых красивейших городов, которые я видел. Но Будапешт именно вот этого конца 19 века, это, конечно, очень интересный город. Была возможность с друзьями, с партнерами походить и посмотреть. И как раз, конечно, я прям рассказывал и показывал, как будет выглядеть и транспортная сама система в Будапеште там, в течение 10 лет, и туризм. И видите, вот родилась вот такая картинка, это прям вдоль набережной, видите, уже есть фотография Юнибайка. Вот. И, конечно, очень
интересно видеть людей, которые первый раз видят, слышат о проекте, когда они первый раз начинают вникать именно в масштабность и в серьезность проекта. И все это как раз приводит к очень интересным таким выводам и движениям. Поэтому сейчас я могу сказать, что все конференции, которые прошли в последнее время, это и в Италии, и вот и в Словакии, и в Чехии, и сейчас в Будапеште, в Венгрии, они все потом сопровождаются очень активным ростом с точки зрения прихода новых инвесторов, с точки зрения входа целых команд. Это сейчас очень такое благодатное время. И мы видим сейчас и по статистике, и соответственно анализируем, видим, что как сегодня увеличивается интерес именно инвесторов, которые позволяют себе инвестировать несколько десятков или даже сотен долларов, а речь идет уже о серьезных инвестициях именно с точки зрения как высокорисковых венчурных, но которые уже могут рассчитывать на высокодоходные. Вот. И мы постоянно ведем переговоры сейчас с фондами, всевозможными фондами. Вот. И как раз после 1 июля ждем очень серьезный перелом именно с подхода таких уже очень крупных и именно институциональных фондов. Поэтому в этом плане, конечно, это еще предстоит большая работа. Надо будет и очень серьезно менять взаимоотношения, и очень много дорабатывать и совершенствовать именно юридическое направление инвесторов. Но это все, друзья, работу, которую мы и делаем, и будем делать, и которая будет приносить, соответственно, свои результаты. Так, здесь вот Антон, я смотрю, очень активно спрашивает про трастовый фонд. Это все-таки не совсем трастовый, траст — это управление. Вот, а мы ведем речь об инвестиционном фонде своем, то есть тот, который будет инвестировать в адресные проекты. И мы как раз сегодня работаем над созданием такого рода фонда, который будет инвестировать, и отчасти и инвестициями в этот фонд можно входить уже будет акциями Skyway. То есть если вы обладаете какими-то обязательствами, то по мере того, как будет возникать уже котировка их цена, то можно будет не продавать части акций, а передавать в управление. Они будут капитализироваться, инвестироваться в адресные проекты, и вы будете иметь доход и от дивидендов, которые будут полагаться по акциям корневой компании, и по тем инвестициям, которые делаются уже в конкретный адресный проект. Вот эту работу, опять же говорю, мы сейчас готовим, но в активную фазу она войдет, друзья, только ближе к концу года, то есть это начиная где-то октябрь-ноябрь. Вот, и связано будет с тем, что будет меняться именно логика вхождения и в корневую технологию, и в другие венчурные проекты, которые будет запустить инженерная школа Юницкого, и в адресные проекты, которые сегодня уже разрабатываются и готовятся, и будут уже к тому времени активно выходить на рынок, соответственно, в адрес, как адресный проект, как высокодоходные уже инвестиции. С одной акции можно будет войти как по одному доллару. Друзья, вот такие вопросы, которые задают, сколько будет стоить, все отрегулирует только рынок и спрос на эти обязательства. Поэтому мы, конечно, как та команда, которая работает и привлекает сюда и инвесторов, и структуры, мы убеждены и показываем наши расчеты, как будет строиться капитализация, но номинал, конечно, друзья, это вопрос не этого года. Наша задача, чтобы в этом году, на следующий год, начался оборот этих обязательств, чтобы их можно было спокойно купить. Это в чем сегодня один из основных таких слабых моментов нашего проекта, о том, что акции, венчурные акции можно купить, но их нельзя пока на сегодняшний момент продать. Это естественное ограничение, которое мы сегодня вводим. Я думаю, что к концу года такая возможность будет, и вы как минимум можете продать за такую же цену, за которую купили, то есть не потеряв. Вот. А как следующий этап, это постоянный увеличивающийся спрос на эти обязательства. Мы это видим, и мы абсолютно уверены, что как только начнется свободный оборот, то есть будет прекращен в корневую технологию, то спрос на эти обязательства просто будет расти очень быстрым темпом. Они будут только все более и более делать привлекательным
участие в общей в программе Skyway. Вот тут очень много подавалось вопросов, мне писали, особенно после прошлого вебинара, я не сразу понял, в чем происходит вопрос. Начали с носовом вебинаре очень спрашивать про колесо Дмитрия Даюнова, потом мне там на почту прям написало там с десяток человек, ну а потом выяснилось, что оказывается это Сергей Семенов, это менеджер, которого Юницкий в начале проекта привлек для именно участия в организации проекта Crowd Investing. Потом по разным причинам, я бы сказал, он ушел из проекта. Была мысль, что он хочет вернуться второй раз, но Юницкий уже не захотел, чтобы он работал как менеджер именно в проекте. И Сергей Семенов сейчас с помощью краудинвестинга, насколько я понял из тех записей, которые мне сбросили, пытается организовать финансирование проекта Дмитрия Даюнова «Мотор-колесо». И у меня ко мне даже, вот этого я, друзья, не до конца понял тоже, что были такие вплоть до очень серьезных таких вызовов, почему мы не финансируем Даюнова и почему мы к этому изобретателю, ну так, относимся, ну скажем так, снисходительно или не с ним сотрудничаем. Вот. Здесь я прошу, друзья, тоже очень хорошо понимать и комментарии, которые дает Семенов на тех вещах, которые привлекают, когда он привлекает деньги, он очень далек от физики, от техники процесса. Он как ничего не понимал с точки зрения, что происходит в Skyway, так же сегодня ничего не понимает, что такое колесо Даюнова. Вот. И я вам сразу скажу, друзья, такой момент, что сегодня продаются десятки миллионов велосипедов и разных устройств, в которых стоит мотор-колесо. Десятки миллионов. И это удваивается или утраивается каждый месяц. И сегодня, если кто-то приедет в Израиль, вы увидите, что там практически каждый второй велосипед идет на электротяге с принципом мотор-колеса. То есть мотор-колесо известное как техническое устройство уже больше 150 лет, друзья. Это обмотка и это ротор, статор, который находится в корпусе, и ротор, соответственно, на валу которого находится колесо. Это изобретение, которому, я говорю, 150 лет. И сегодня миллионы устройств продаются в этом тяге. Почему сегодня Skyway, Unibike не используют колесо Даюнова? Потому что на сегодняшний момент характеристики, которые он дает, они не подходят для Skyway. Нам нужны более компактные габариты и больше и крутящий момент и количество оборотов. Что сегодня на обмотке, которую делает из цветных металлов Даюнов, сделать невозможно. Поэтому Юницкий принял решение для разработки мотор-колеса, нашего колеса, который стоит сегодня на юнибайках и юнибусах, использовать постоянные магниты на редкоземельных металлах. Да, они дороже. Да, мы их сегодня закупаем в Китае, везем в ненамагниченном виде, потому что если их намагнитить, то их невозможно привезти, они прилипнут к первому же там составу или столбу, который есть. Поэтому. И дальше уже идет изготовление своего мотор-колеса, который по характеристикам просто радикально отличается от того, что делает Даюнов. Ему даже не снились те характеристики, которые сегодня заложены в этом мотор-колесе. Поэтому во весь вопрос, почему мы это не используем, потому что то, что мы делаем, это намного лучше, и на это нас больше устраивает. Поэтому вот эти вот все разговоры, единственное, что я бы хотел, и обращаясь к Семенову, и сразу прекратить, чтобы у нас не было никаких недопониманий, не надо вводить людей в заблуждение, что часть людей Skyway к этому привлекает, или говорить, что это делается для того, чтобы это было в Skyway. Друзья, то, что надо будет применять в технических разработках Unibike и Unibus, и другого подвижного состава, конструкторское бюро разберется самостоятельно. Консультации и советы для этого таких специалистов, как Сергей Семенов, не нужны. Я прошу четко на это понимать. И второе, все, что сегодня в Skyway, это лучшее в мире. Лучшее. Ничего другого аналогичного нет. А дальше сами делайте выводы, куда вкладывать, что у меня спрашивают, даже задают такой вопрос, так что инвестировать в колесо Даюнова или не инвестировать? Я на что откровенно пишу, вы сегодня в серьезном проекте Skyway, где Семенов в свое время. Если вы хотите дальше идти заниматься ерундой, идите занимайтесь чем-то другим, потому что Семенов не одно время предлагал еще инвестировать в Грааль, то есть какую-то чудо-техники божественную, которая будет выдавать энергию. Ну как можно нормально относиться с физической точки зрения к человеку, который сначала предлагает инвестировать в Грааль, а потом в колесо Даюнова. Поэтому я тут все сказал и прошу без обид, это что касается к некоторым деятелям, а просто эти разговоры надо четко прекратить,
и относиться к этому очень серьезно и технологично. А я могу сказать, еще раз повторившись, что все, что лучшее в мире появляется и в цифровых технологиях, и в информационных технологиях, и в технологиях материалов и инженерных решений, это все применяется в SkyWay. Все, что сегодня есть, на сегодняшний момент, это пик инженерной мысли. И поэтому вся система, в общем, она и является настолько инновационной и настолько прорывной. Вот, поэтому я думаю, что все нюансы или вопросы, которые сегодня на эту тему есть, я снял. Вот, еще у меня такой, я когда первый раз увидел, то есть мне когда один там мой уважаемый мной партнер написал, почему мы не покупаем или не вкладываем в колесо, мотор-колесо Дуйнова, задал такой вопрос. Вот вы как потребитель хотите купить себе машину. Вам приходит в голову прийти в салон и сказать, продайте мне двигатель от Мерседеса. Или еще по-другому сказать, что я хочу ездить на Тойоте, но хочу, чтобы там стоял двигатель от BMW. Потому что где-то я слышал, что у BMW лучшие двигатели. Поэтому поставьте мне в мою Тойоту двигатель от BMW. Представляете, какую бредятину вы будете произносить или тот, кто это будет произносить. То есть сегодня есть изделия, готовые изделия. Поэтому если у тебя хороший мотор-колесо, делай велосипеды, которые нужны, и продавай. Делай гироскутеры и продавай. Просто мотор-колесо, друзья, так же, как и двигатель BMW, он сегодня никому не нужен. Нужно готовое устройство. Юницкий не продает всего отдельно путевую стрелки или подвижной состав. Он продает струнную систему, которая делает качество, оно оказывает услугу по перевозке людей и по перевозке пассажиров. Так вот, друзья, это единственное, что можно сегодня делать. И мы сегодня создали платформу, которая будет втягивать все наиболее интересное и передовое. И все, что будет возникать, все обязательно будет появляться и использоваться в нашем подвижном составе. Вот, поэтому, друзья, это я больше не комментирую. И дальше, единственное, что не надо путать, друзья, что в инженерной школе юнитологи, но когда они будут спускаться, единственный человек, от кого вы это услышите, это будет сам инженер Юницкий, который объявит, что мы запустили проект SkyWay, он сегодня на самофинансировании, он сегодня приносит прибыль тем, кто в него инвестировал изначально, и дальше мы запускаем следующие технологии, и дальше на эту тему будут вебинары, будут объяснения, будут технологические симпозиумы и так далее, мы будем показывать, что мы делаем. А если кто-то хочет делать от нашего имени, а тем более подпольно, друзья, это большая глупость, очень большая глупость. Вот, поэтому мы тоже уже говорили, что мы готовим еще ряд, и у Юницкого, цитируя наших итальянских партнеров, это Леонардо да Винчи нашего времени, есть целый сегодня парк, или скажем так, целая обойма сегодня технологий, которые будут по доходности не менее интересны, чем SkyWay. Конечно, не такие масштабные, потому что масштабнее сегодня, чем SkyWay, и на основе SkyWay создать Transnet сегодня придумать невозможно. Сегодня мировая инженерная мысль, мировая экономика этого еще не придумала. Но с точки зрения именно венчурных инвестиций, когда будет продвигаться технология, которая будет давать взрывной рост и также будет иметь огромный спрос у потребителей, таких технологий, друзья, еще довольно-таки большое количество. И сегодня Юницкий это не запускает только по одной причине, чтобы не менять направление главного удара, то есть не именно концентрироваться на главной цели. Сегодня главная цель – это запустить и сделать спрос на SkyWay. Поэтому сегодня заказы идут, сегодня готовится, как я на прошлом вебинаре уже говорил, масштабирование производства. Это, друзья, более сегодня важный момент, когда довести уже оборудование и изготовление самих, которые будут производить путевую структуру и подвижной состав, уже до очень высокого технологического уровня. Поэтому сегодня идет уже закупка и монтаж новейшего оборудования, мы уже говорили, это и с использованием и лазерной резки, и лазерной сварки, и новых видов конвейеров, и вакуумной формовки, и 3D принтеров, и еще очень чего, друзья. Много это всего компонуется сегодня в линейку именно производственных станков для того, чтобы оптимально, быстро и качественно производить и путевую структуру, и подвижной состав. Дальше вот как раз в Будапеште очень интересная была встреча, там пришли представители металлургической отрасли, которые занимаются именно производством металлоконструкций,
сварками и говорят, что вот мы хотели бы поучаствовать в ваших проектах, мы готовы там изготавливать металлоконструкции, то есть вот давайте обсудим как бы эти условия. Но когда я им несколько сказал о требованиях к качеству, которое сегодня предъявляется в Skyway к именно лазерной, ну, точнее к сварке, которую можно обеспечить только лазерными роботами, я сказал, что, друзья, как вы думаете, мы можем с вами сейчас обсуждать вопрос, что что-то может размещаться на ваших производствах. Они сами признали, что да. Вот. Ну а когда они вышли, тут уже я в своем кругу говорю, друзья, ну представляете, мы сейчас готовим производство современнейших смартфонов, которые работают уже в логике мобильной связи, которые работают в логике передачи огромного количества информации, а к нам приходят те, кто производят и натягивают медные провода и говорят, знаете что, давайте вот мы свою технологию будем вам каким-то образом продавать. Поэтому сейчас, друзья, любая технологическая революция, она сопровождается, конечно, очень серьезными изменениями. Вот что сейчас настало. Это создание уже новой вообще индустриальной промышленности, которая будет работать уже в третьем тысячелетии, совсем с другими подходами с точки зрения экологии, совсем с другими подходами с точки зрения производительности труда, с точки зрения уже комфортности и труда, и использования. Это, друзья, новая эра, это новая индустриальная эпоха. И то, что мы сейчас делаем, это не имеет аналогов, и это нельзя сравнивать ни с чем то, что делалось до Skyway и до Transnet. Вот, соответственно, проектируются сегодня уже, сейчас пока небольшие, это мелкосерийное производство, но тем не менее это уже до там, несколько тысяч машин в год. Вот. Ну а, конечно, следующим этапом это уже масштабирование на сотни тысяч и на миллионы машин в год, соответственно, с миллионами километров транспортной и общесовмещенной объединенной инфраструктуры. Вот. Это тоже, друзья, сейчас активно делается, и со временем мы с вами увидим и автоматизированную систему проектирования, и автоматизированную систему изготовления роботов, которые будут делать путевую структуру, и автоматизированную систему строительства путевой структуры и станций и так далее. Но это, друзья, конечно, развитие уже технологии, и я могу сказать, что через 2-3 года в Марьиной Горке на с вами будем приезжать и видеть уже настолько на сегодняшний момент необычные вещи, когда роботы будут строить, когда роботы будут доставлять комплектующие, когда это будет автоматизированная система, не выходя из офиса, все проектироваться и делаться. И это, друзья, уже не какое-то далекое будущее. Элементы этой работы уже идут сегодня в конструкторском бюро. Ну и завершая, я могу сказать, что параллельно к этому готовится абсолютно новая система, которая будет обслуживать, в том числе и формирование расчетной системы, банковской системы, биржевой системы, потому что формирование такой мощной системы, как Transnet, она втянет за собой и новые средства ее, ну скажем там, и обслуживания, и управления. И мы сейчас видим, мы общаемся со всеми передовыми командами в мире, и я могу сказать, что сегодня создаются настолько интересные и мощные инструменты для этой работы, что мы сейчас просто находимся в том месте, которое связывает и втягивает в себя все ведущие разработки, которые делаются сегодня и не только в инженерии, но и в области программирования IT, и в области финансов, управления и инвестирования, и в области управления, то, что сегодня идет уже общее, так как и развитие территорий, и построение управления территорией. Поэтому мы, естественно, в этом процессе, мы следим и общаемся со всеми, кто сейчас является лучшим в этих направлениях. Вот. И то, что сегодня мы будем видеть с вами в ближайшее время, начиная где-то с сентября, друзья, поверьте, что то, что сегодня мы делаем, это только начало большой работы, это только разгон. Дальше все будет меняться намного быстрее, и с вами будем участниками еще более грандиозных и проектов, и, соответственно, компаний. Вот, поэтому ну, про внутреннюю биржу, друзья, мы уже постоянно говорим и как бы вам отвечаем, что наша задача, чтобы до конца этого года вторичный оборот обязательств пошел, и чтобы, соответственно, мы встали в нормальное такое русло, когда можно спокойно купить, продать, видеть котировки, видеть, соответственно, для себя интерес. И эта работа сейчас с очень серьезными и интересными разными командами ведется. Вот. И мы очень так серьезно рассчитываем, что конец этого года
это будет реализовано. Алексей уже прокомментировал, что у нас президент заболел цифровой экономикой. Я прочитал несколько интервью, которые сегодня дали уже такого чиновника пониже ранга. Вот. Я просто для себя в очередной раз делаю вывод, что они просто не понимают, о чем разговоры, особенно когда говорят, мы переходим на цифру. Я это слово как услышал от одного чиновника, я говорил, ну вот они пускай на цифру-то и идут. Вот. Это все понятно, что у нас одно время было очень модно слово инновации. И тут Дмитрий Владимирович, который постоянно произносил это слово инновации, и я всегда комментировал слова бабушки, которая всегда говорила поговорку, что если произносить слово халва, то во рту от этого сладко не будет. Вот это основной принцип наших чиновников. Поэтому они занимаются своими делами, у них свои проблемы, они не глупые люди, но там, где они и там инновации, это абсолютно разные вещи. Поэтому сегодня мы с большим энтузиазмом и таким надеждой смотрим на Беларусь, на Республику Беларусь, где действительно сегодня есть потребность действительно модернизировать, поднять экономику. И мы видим отношения, которые сегодня есть. Мы с большим сегодня энтузиазмом смотрим на такие страны, как Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Монголия. И могу еще перечислять десятки стран, где ведутся переговоры, где мы реально будем еще в этом году запускать адресные проекты. И я абсолютно с пессимизмом смотрю на Россию, на ее чиновников. Хотя есть реально, друзья, сегодня и уже очень такие положительные моменты. Это и со стороны губернаторов, это и Алексей Цыденов в Бурятии, это и Сергей Морозов, Ульяновск. И сегодня еще появился ряд действительно очень порядочных и очень умных людей. Но это пока единичные случаи, и это не те, кто принимают решения. Вот. Поэтому те, кого сегодня принимают решения, они инновационной и с цифровой экономикой не связанные вещи. Но это, друзья, как говорится, всему времени. Мы абсолютно убеждены, придет время, придет понимание. И здесь будет строительство в России, но будем реалистами и понимать, что наиболее перспективные первые трассы будут, скорее всего, не на территории Российской Федерации. Вот, поэтому, так, друзья, давайте двигаться дальше. Ни в коем случае нельзя сегодня снижать и темпы, и интенсивность работы. Наше постоянное сегодня разговор о том, что готовится закрытие корневой технологии, это ни в коем случае, друзья, не означает, что надо останавливать работу. Наоборот, Алексей всегда произносит фразу, которую мы слышим от Юницкого, что все это можно при достаточном финансировании. Сегодня основной источник финансирования, друзья, это только краудинвестинг, это наша с вами работа, и это основной козырь, который сегодня дает нам возможность при ведении переговора с крупными банками, инвесторами, фондами, сказать, что нас не устраивает ваши условия, мы не будем с вами работать. И нас это никак не регламентирует, потому что, друзья, каждый день, каждый час идет работа. И дальше мы говорим, что будете подсоединяться к нашей работе, вот на таких условиях мы готовы с вами сотрудничать. Не будете, до свидания, нам от этого ни жарко, ни холодно. Точно так же нам сейчас говорят, мы смотрим, нам недостаточно сейчас, мы говорим, все, ждите, когда подождете, но условия тогда будут работы совсем другие. Это тоже, друзья, абсолютно естественный процесс. И в числе Экофеста, там буквально в считанные там недели будет смена дисконта. Вот. Когда это точно, сейчас сказать невозможно, это будет определяться только приходом инвесторов и инвестиций, но по всем нашим сегодня оценкам, и как мы это видим, где-то к концу июля будет смена на 10 этап смена дисконта, это значит понижение венчурных премий, это значит изменение условий уже по партнерской программе, это все, друзья, естественный процесс, потому что я тут не с нового, я постоянно это повторяю, вы слышите это с самого начала, что большие инвестиции должны переходить на меньшие дисконты. И это, друзья, абсолютно закономерно. У нас сейчас постоянная динамика в сторону увеличения прихода инвестиций и инвесторов. Постоянно сейчас идет увеличение выполненных работ. И сегодня, начиная с сентября, уже будет опять очередной скачок, связанный с монтажем уже высокоскоростной трассы. А там объемы инвестиций должны быть как минимум в 3 раза больше по месяцу, чем сегодня, поэтому нас ожидает еще большая-большая работа.
И, соответственно, это уже будет дальше выходить в такую, ну, более финансовую логику. И здесь мы как раз с сентября месяца рассчитываем о том, что у нас начнется вот раскручиваться вот эта большая финансовая именно уже составляющая, когда придут и начнут работать очень высокие, большие игроки, когда мы станем для них абсолютно понятным с точки зрения применения уже и инвестиций, и, соответственно, заработков. Этого нельзя было еще сказать, что в прошлом году мы к этому были готовы, когда задавали вопрос, а почему вот эти крупные фонды смотрят, но до сих пор не инвестируют. Мы говорили, что они выставляют ряд требований, которые мы должны выполнять, и, скорее всего, мы придем к пониманию и к такой четкой совместной взаимовыгодной работе только где-то к сентябрю месяцу. И это будет абсолютно, друзья, закономерно. К сентябрю месяцу у нас появится еще очень много демонстрационных уже образцов, которые мы увидим с вами в июле на Экофесте. Вот, уже будет следующий ряд машин, которые сегодня уже проектируются, закладываются. Вот, но увидим мы их уже после Экофеста. Друзья, это тоже естественный процесс, потому что, как мы говорили, начало демонстрации есть положено, это 29 ноября. А окончание у нее не будет в ближайшие 100 лет никогда. Потому что у нас будут возникать новые решения, новый подвижной состав, новые технологические возможности, которые будут открывать. И этому процессу не будет завершения. И только этот процесс, друзья, это наша защита о том, что мы всегда будем на острие, мы всегда будем формировать новые рынки, и на этих рынках будем занимать всегда достойное место. У нас будут, как я тоже не раз говорил, очень серьезные, достойные соседи, такие как Siemens, уважаемая нами компания, Bombardier, Caterpillar, я обязательно рядом хочу видеть Toyota, но и очень любимую и уважаемую. Но это, друзья, будут уже равные нам по значимости и разделу рынка компании. Поэтому, друзья, как вы видите, на будущее мы смотрим с большим оптимизмом. Я тут недавно общался одним очередным предсказателем, футурологом, вот, и когда он меня начал опять пугать страшными вещами о вырождении человечества, о том, что там мы сами себя убьем, там ГМО, о том, что у нас идет мутация там, и так далее, и так далее. Вот, я слушал, я говорю, ты знаешь, а вот то, что мы сейчас делаем, мы говорим о том, что в течение 5-10 лет у нас будет 100% экологические продукты, мы будем пить только чистую лечебную воду, мы будем дышать не то, что абсолютно чистым воздухом, а который будет еще ионизирован и ароматизирован персонально под каждого человека. Это микросфера, которая будет создаваться именно в каждом юнибайке под персонального человека. Мы будем перемещаться бесплатно из любой точки мира в любую точку мира. Наши дети не будут иметь возможности даже попасть под автомобиль, потому что вся транспортная инфраструктура будет на втором уровне. А мы с вами будем ходить, как Юницкий любит говорить, босиком в экологических чистых вещах и жить в хороших местах. И роботы за нас еще будут делать очень много работы, которые сегодня человеку не свойственны. И почему-то я это будущего не боюсь. Наоборот, оно мне нравится. И более того, я работаю сегодня над тем, чтобы оно как можно быстрее приближалось. Вот этот, друзья, разный взгляд на футурологию, разный взгляд на будущее. Но я позволю себе утверждение делать то, что мы с Алексеем, как ученики футурологи, помните, раньше мы называли себя прикладными футурологами, потому что создали ассоциацию прикладной футурологии, но после выступления Юницкого перед арабами я сказал, что нет, Анатолий, давайте я перестану называть себя футурологом, я все-таки ученик футуролога, потому что то, что говорит и делает Юницкий, это, конечно, просто несопоставимо с тем объемом, который мы можем даже себе осознать. И на одном из вебинаров, тут два или три вебинара назад, помните, когда мы говорили про гумус, про как это будет менять экономику, то, друзья, я через 17 лет только осознал значимость технологии, что Skyway вместе с гумусом это абсолютно новая индустрия, чем даже я мог себе представить. Все-таки я думал, что Skyway это перевести человека или груз из одной точки. Но потом стало понятно, что это еще информацию передать, но потом стало понятно, что еще энергию передать, потом стало понятно, что это еще и выработать эту же электроэнергию, на котором едешь, а потом стало понятно, что это еще и расселение, а потом уже и среда питания. Но, друзья, все это приходит с пониманием не сразу, и что самое важное, самое, что мы не говорим об этом, мы не агируем за это, мы это создаем.
Это, друзья, радикальное отличие сегодня. И недавно вот из Америки нам прислали, вот был у Юницкого как раз в кабинете, опять прислали американский ролик, где сравнивают уже Skyway, сравнивают с Hyperloop и пытаются показать и сравнить Skyway с Hyperloop. Это уже американская передача, американская, так сказать. Это, ну, с одной стороны, лестно, что уже все-таки заметили, но с другой стороны, какую ерунду они несут. Вот я просто вот смотрю, вот просто ерунду несут. И уже хочется сказать, друзья, вот давайте спорить не будем. Постройте свою Hyper-трубу, запустите там туда в магнитном подвесе вот этот вот свой подвижной состав, и тогда будем сравнивать. Что сравнивать картинки с подвижным составом, который уже проходит испытания? Вот когда были у нас картинки и у них картинки, ради бога, вот мы сравнивались, говорили, а как сегодня генерального конструктора, который создает подвижной состав и проектирует уже на 4 поколения вперед, сравнивать с теми, кто рисует картинки, причем с нарушением законов физики? Вот это как раз самое интересное. Поэтому есть другой момент. Юницкого тоже раньше обвиняли, что то, что он делал, не все показывает. Я согласен, что там есть какие-то ноу-хау, которые сейчас показать нельзя, и поэтому с точки зрения физики это пока выглядит бредово. Я допускаю такую мысль, но ответ тоже один. Постройте, дайте характеристики, вот эти характеристики будем сравнивать. А сравнивать картинки с действующим подвижным составом, друзья, это глупость. И давайте не будем заниматься глупостью. Поэтому мы говорим, что мы вышли в проекте за тот этап, когда нас надо сравнивать. Вот мне постоянно присылают это, говорят, а вот это наши конкуренты или нет? И дают очередные картинки. Я говорю, я даже рассматривать не буду. Я рассматриваю только фотографии и видеозаписи испытаний подвижного состава. Если этого нет, это даже неинтересно рассматривать. Это просто утопия. Когда сделаете, будем рассматривать. Пока не сделаете, вы болтуны. Все. Это, друзья, мы имеем право это сказать, потому что все время и до сих пор нам продолжают говорить, мы болтуны, мы не делаем то, что говорим. Ответ здесь один, друзья, Марьина Горка. И ответ всегда только там, в цехах, на производстве, в конструкторском бюро. Мы можем уже так отвечать. И мы будем общаться и обсуждать только с теми, кто стоит на этой же ступени. А те, кто занимается бла-бла-бла разговорами или тем более зловредительствами, это, друзья, другая тема разговора. И с такими деятелями мы не то что уже не общаться, у нас будет выработана совсем другая линия поведения. Ну вот, друзья, давайте на вот этой, я бы сказал, очень такой боевой ноте, потому что у нас, друзья, впереди еще большая работа. Вот, я каждую неделю, я говорю, сейчас у меня настолько сейчас у нас интенсивность идет по работе, и здесь почему сейчас Анатолий Эдуардович очень стал там прям настаивать, чтобы я участвовал во всех переговорах с крупными инвесторами, с фондами и так далее. Потому что, к сожалению, все сейчас могут признать, что даже информацию, которую мы доводим на вебинарах, это только малая часть, которую можно реально и рассказать при личной встрече, и дать как аргументацию при вот таких вот презентациях. Поэтому сегодня я провожу десятки и десятки презентаций, в основном это уже крупный бизнес и фонды. И тут, наверное, кто знает или кто бывал на моих презентациях, друзья, я очень редко встречаю людей или заканчиваются беседы, когда человек говорит, все, что я слышал, сейчас ерунда. Мы тут были в Будапеште с одним очень крутым и скептически настроенным там таким юридическим фондом, который просто начал с того, что мы вам не дадим работать на территории Будапешта, потому что вы занимаетесь противоправными действиями. Закончили мы, друзья, тем, что они согласились быть нашими партнерами по ряду проектов там не на территории Будапешта, потому что здесь у нас, нам их услуги уже были не нужны. Это тоже, друзья, определенная как бы такая уже квалификация и работа, потому что уж поверьте, столько количества презентаций, сколько вот мы сейчас с Алексеем проводим, сколько вообще наши все директора, Ирина Волкова, Вячеслав Волков, там, Инетта, Володя Маслов, то есть это просто уже, друзья, в любое время дня и ночи рассказывать, показывать, аргументировать и делать. Поэтому, друзья, ну а когда еще все конференции, друзья, почему сейчас каждая конференция, которую мы проводим, она просто лучше и лучше, я вам просто могу сказать. Потому что когда ты конференцию начинаешь с презентации, с включения роликов Юнибайка и Юнибуса, а не того, как 3 года назад я начинал рассказывать, что мы будем делать, и показывал фотографии ЗИЛа, которого уже не было в природе, поверьте, друзья, это совсем другие презентации, это совсем другая аргументация, это совсем другая работа. Все, друзья, давайте, как всегда, строй Skyway и спасай планету.
Движемся дальше. Вечером у нас 20 часов традиционный для европейской части вебинар на русском языке. В 21 Unisky вебинар для наших партнеров, которые сегодня, друзья, являются основными инвесторами в технологию Skyway. Все, друзья, всего доброго.